шеечку открою. Януль, я расчесочку возьму. Ну что, Анжелочка Романовна, все, встаем. Сейчас мы вас уложим, и будете у нас просто лялечка. Я за месяц, ну ладно, два, похудела просто в лед. Представляете? Офигеть. Угу. Вот, смотрите. Какие ножки. А были просто как две сардельки. Представляете? Я 85 килограмм весила. Обалдеть. А сейчас сколько? Ну, а сейчас 57. Сколько это стоило? Ой, не спрашивайте, дофига и больше. Сплошная перегидроя. Так что, Диночка, диеты – это все полная мура. Свет, ты слышишь? За месяц 30 килограмм скинула. За месяц? Не может быть. Может. Девочки, я вам говорю. Так, вот. Жиротрест, 10 класс. Вот это справа – это я. Ого! Полный жиротрест. Свет, смотри, страшно. Это я вот после выпускного. Анжелочка Романовна, глянь. Угу. Ну, я из альбома выняла, но чтобы не смотреть на это чудовище. Ну, как-то это хотела выбросить, но жалко. Вуаля. Пара-па-пам-пам-пам. Я бы жизни не поверила. Та девушка, которую люблю. Вот так. Леночка, запишите, пожалуйста, вторник в 2 часа. Хорошо. Все, Лерочка. Все, да, спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Девушка, девушка, скажите, как вам это удалось? Что? А, это Стахановский. Все. Который по телевизору? Да. Я к нему в Киев ездила по знакомству. А, кстати, он сегодня в Одессу приезжает, будет в ДК выступать. Да ладно? Да. Ой, вы знаете, ну я по телевизору все эти примочки видела. Ну, как-то это все дурка полная. Дурка? А вы что, слепая? Вы не видите результат? Он просто со мной поговорил целый час, ну вот как мы сейчас с вами. Потом водички заряженной дал, и все, похудела. Ну? Ой, да ладно, ничего я такого не сказала. Девушка, что? А скажите, вы кушаете? Ну, конечно, кушаю. Мечу все подряд. И не пополняете? Да нет, полный ноль. Слушайте, вы бы сходили бы, я вам серьезно говорю. Очень советую вам. Он реально как из космоса. Девушка! Проверь компьютер, ответь. 12 бионов по межгалактической шкале. Это критический уровень, Сарт. Что скажешь, Грея? Достаточно этого для активации мира? Лев сам знает, когда отдавать энергию. Мне кажется, он обладает высшим разумом. Спасибо, Лейц. Мы в точке силы. Сейчас или никогда, Грея. Стоп! Да что происходит? Ну неужели трудно понять, что нужно подниматься? Что за огонь в кадре? Почему двери машины открылись? Постановщики, разберитесь! Сделайте, чтобы это было уже нормально. Ну, что у нас там дальше? Осторожник! Клара, какого черта здесь кавалерия? Почему они все время здесь скачут? Я не понимаю. А где они должны скакать? Не надо так нервничать. Они скачут аккуратненько, мимо кадра. Это не кино, это цирк. Я с утра такая злая, вы как дуримар. Вы не дуримар, Кларочка. Вы мальвина. Вы девочка с голубыми волосами. Ой, девочка, я вам сейчас начищу и додеру ушки. Я вас умоляю, за интим поговорим отдельно. Ой, где тут интим? Дайте хотя бы мальчика. Мальчика нельзя. Пойдем. Мальчика вы испортите. Кларочка, ну что там Йося? Ой, Йося весь мокрый. Да? Его дергают с 5 картин. А как же он успевает, Кларочка? Ну что ты, Йося не знаешь. О, и мертвые с косами стоят. И тишина.
Ну как? Это что-то. А еще? Да-да. Не помешаем? Не помешаем. Кто мне может помешать, если я целый день занимаюсь ерундой? Все. Вы считаете, что достаточно тут крови? Я считаю, что вас должны убить в первом дубле, чтобы, наконец, перестал тратить казенную кровь и свои нервы. Пошел вон. А? До свидания. Благодарю вас. Мое почтение. Все, братишка, каюк мне. Передавай нашим, что матрос Герасименко стоял до последнего. Прямо из Кронштадта. Вот так вот. Лям, шедрица, гопцаца. Иди уже, иди. Хочу, чтобы вы знали, что у меня часа полтора всего. У меня час. Кого вы хотите? Почему не Горбачева? Его тоже многие знают в лицо. Горбачев будет в следующий раз. Время, Йося. Я слышал, оно деньги. Кто спорит? Ну что ж, будем делать. Его подбородок чуть-чуть повыше. Просто так и не бывает ничего, это знают все. Я сижу на своем коне и в своем стиле. Может быть, обедал лага, может быть, обедал лага, может быть, обедал лага, но деньги — это бумага. Деньги – это Шаин Вигол. Скажите, он? Не он? Копия? Или... Не думайте ни о чем. Не пытайтесь запомнить мои слова. Это не имеет никакого значения. Просто слушайте мой голос. Ничего нет, кроме моего голоса. Вы слушаете его как музыку, не напрягаясь. Его тон, его колебания. И впитываете энергию, которую я посылаю. Впитывайте энергию, заключенную в нем. Один. Вы спокойны и расслаблены. Два. Доверьте, сейчас все будет. Да-да. Три. Четыре. Вы погружаетесь все глубже и глубже. А не хожу я на банкет, когда в кармане денег нет. Когда в кармане денег нет. Не хожу я на банкет. Алло. Артем Николаевич, это Кравченко. Узнали? Да, товарищ Кравченко, конечно, узнал. Слушаю вас. У вас там сейчас выступает этот, Штахановский. Да. Да, товарищ Кравченко выступает. После выступления привезите его ко мне лично. Я пришлю за вами свою служебную «Волгу». Так точно, Алексей Григорьевич.
передавал привет. Так, 300 тикетцев по пятерке. Ваши 50%, как договаривались. Да вы не считайте. Там все точно, как в аптеке. 9. Ваше тело наполнено... Да, товарищ Кравченко из обкома попросил, чтобы после выступления вы к нему приехали. Если надо, заедем. И он сам сказал, чтобы я вас к нему лично доставил. Мироздание. Ну, если надо, доставляйте. 10. Финал. Вы стали моложе. Вы свободны. Вы абсолютно свободны. Ну как, было? Ну, что-то да. Я же вам говорила, что он гений. Когда Люлик первый раз предложил мне небольшую роль, ну как роль, так поддержать в одной несложной грузной сцене, я на нервной почве начал даже заикаться. Молодой человек, я не госплан, у меня все расчеты верные, не бойтесь. Не боитесь? Тогда что? Не знаю, все-таки тетку грабил. Зато я знаю. У нее денег, если грабить один раз в неделю, работ хватит на полгода. Откуда столько? В основном от папаши. Покойный генерал Бородянский в 45-м году вывез из покоренной Германии два вагона интересной всякой всячины. Как говорится, отомстил фашистам с размахом. Ну что ж, пора. Ну что, иду к тебе, добрый народ. Возьмем. Может, не надо? Нет, нужно запить для улучшения эффекта. Понимаешь? Пойдем, ты что, сомневаешься? Виталий Владиленович! Виталий Владиленович, пожалуйста, можете писать? Пошли. Да. Куда? Знакомиться. Да ну, зачем? Разрешите, пожалуйста. Да, разрешите, пожалуйста. Дайте пройти. Виталий Владиленович, здравствуйте. Я Светлана, помните? Из Киева. Ну, у вас на сеансе была. Девушка, у меня тысячи пациентов. Я всех не могу помнить. Как это? Помните, борьба с лишним весом, чистка ауры, а? А? Товарищ. Мне надо с вами поговорить.
Это срочно. Крайне срочно. И очень важно. Проводите нас. Ага. Когда впервые стало стыдно, что вы толстая? В школе пацан обозвал на физре. В каком классе? В 8-м. Сколько вам лет? Да не девочка уже, 42. Сколько вы весите? Зачем вам это все? Это неприличный вопрос. Между нами не может быть ничего неприличного. Сколько вы весите? 100. Так. 110. Так. 120. Прекрасно. Одну минуту. Лет. Вы начали полнеть. 15. 8 класс. Первый нервный шок. 42. Ваш возраст. Ваш вес. Эти цифры приходили одна за одной. Я их просто записывал. А это... А куда это вы нас привезли? В Александровку. Психбольницу, вот. Куда? Что ты раскудакался? В психушку как заказывали? Лёш, черт возьми, что происходит? Ты меня спрашиваешь? Это я провидец. Спроси из космоса, зачем нам дурдом. Куда нас привезли? Четвертак. В каком смысле? Мы к товарищу Кравченко из обкома. Так какой четвертак? Вы водитель Кравченко. Кого? Стёмычем не кайфово получилось. А что такого? Его менты наверняка будут дергать. Ой, да ладно дергать. Пару раз на допросы вызовут и отпустят. Между прочим, со Слохановска очень тоже неплохо поймал. Да все в порядке, ну. Ништяк. Проходите, пожалуйста. У вас гости? Ой, знаете, это друзья. Я сказала, что вы будете, и им очень хочется посмотреть. Я же говорил, никаких посторонних. Вы знаете, они тихо посидят. Я вам деньги приготовила. Вот 1000. Ладно. Виталий Владленов, неужели это вы? Я не могу поверить. А вы кого хотели увидеть за те деньги, что с вас попросила Элеонорочка? Аллу Пугачеву?
Почем взяли? Рублей по 300? По 250. Неплохо. Хотя, с другой стороны, может быть, даже и хорошо, что вы здесь все собрались. После работы с большим залом я энергетически выжат, как губка. А ваша проблема, Элеонора Романовна, требует предельной концентрации. Присаживайтесь. На ком есть изделия из золота, положите их на центр стола. А зачем? Золото – это удивительный металл, об истинных свойствах которого почему-то уже все давным-давно забыли. То, что будет лежать в центре стола, впитает в себя позитивную энергию, которая будет храниться очень-очень долго. Это вам от меня. Подарок. Какая прелесть! Выпейте заряженной воды и расслабьтесь. Это вода из артезианского источника под Кисловодском. Выпейте. Вы что сделали? Успокойтесь, все это снотворное. Они проснутся часа через три. Извините, мадам. Они почему здесь? А я их сюда не приглашал. Пальчики мои протрите на фужерах. Да, у товарища генерала был вкус. Может, все-таки займемся делом? А здесь спокойнее, никто искать не будет. Ну что, вы богаты? Более чем. Два малых голландца, два немца 17 века, один просто чудо. Остальное 19 век. В общем, 25 холстов. С ума сойти! И сугубо материального. Вот, господа, 40 тысяч под матрасом. Офигеть! Пашка, вы богаты! Ну еще, можете считать 13-й зарплатой. Это личные уклады гостей, мадам Бородянский. Сами поснимали, ну, на телепатические нужды. Виноградова тоже?
Я говорю, добровольное пожертвование. Ого. Дай сюда. Ваша импульсивность, молодой человек, начинает раздражать. Что она сняла? Не знаю, не смотрел. На. Паш! Ну до чего? Куда ты? Отвали. Паша! Что, в чем дело? Что случилось? Сядь. А случилось как раз то, что я и ожидал. На этом наше с тобой плодотворное сотрудничество закончилось. Ты о чем? Ты сделала выбор. Я не понимаю. У тебя любовь, это прекрасно. Но она несовместима с жизнью. С нашей жизнью. Держи. Остальное после реализации. Жор. Уходи. Здравствуйте, Софья Васильевна. Видела тебя по телевизору, как Магомаев. Ты что, поешь? Пою. Делов наделал и поешь? Один поет, другая танцует. Как она? Кто? А ну пусти. Ты что пришел? Чего будете чинить? Так я таки уже закрываюсь. Пусти. Ну что пришел? Проведать. Не стоило. Открывает нам новые берега, потому что обман — это только повод убежать от разлуки, отсрочить голод. Потребность тела и низость нравов, но она прилетит бумерангом справа, потому что нечестность есть путь возврата. Неизбежность, тоску и еще куда-то. Друг дорогой, друг дорогой, где ты? I wanna feel you, I wanna hear you. Имя твое громко поют ветры. I wanna feel you, I wanna hear you, baby, on you go. Мы будем жить, бежать по краю. И пусть грампластинками вертится наша земля. Мы будем плыть дорогой края.
движение, движение видеть тебя. Друг дорогой, друг дорогой, где ты? I wanna feel you, I wanna hear you, имя твое. Громко поют ветры, I wanna feel you, I wanna hear you, baby, can't you go? Мы будем жить, бежать по краю, и пусть грампластинками вертится наша земля. Мы будем плыть дорогой и краю, и волн отражение движения лететь себя. Стерильно все, как у моей мамы гинеколога. Аккуратно сработали. Рукой работаем. А я спал тогда. Сожмите кулачок. Чем травили? Никлофелин. В воде бы они вкус почувствовали. Это же не водка. Хотя реакция схожая. Отключились практически моментально. Так а что там на бодяжном-то? У той, которую неотложка увезла, кровь возьму. Тогда скажу вплоть до формулы. Она хоть не помрет? Да шут его знает. Там, помимо всего прочего, аллергическая реакция. Остальные чувствовали недомогание, тошноту, ну и еще тремор. Что? Дрожание в конечностях. В руках особенно. Тремор. Анализы покажут. Скажу. За любовь. Вить. Шо, заводка паленая. Шо за белка? Виктор, все нормально? Все в порядке, Ефимович. Здравия желаю. Меня рука, доказательство мое, пожалуйста. Вера Михайловна. Экспертиза по Бородянской готова? Есть. Не надо мне показывать ее бумаги. Я за тебя после подождаю, это не моя работа. Нет, не было у меня ну, на вокзале. Да дави ее. Ничего не было у меня абсолютно. Вот у меня рука поломана. Тоже... Виктор Валентинович, я по поводу Штейнера. Обождите, пожалуйста. Товарищ Дурьев. Вот.
написано? Давай только по-русски. Снотворное. Убойное. На основе сейчас. Вот. Хлоралгидрата. Доза лошадиная, но не смертельная. Видать, по всему спец бодяжил. Такое в аптеке не купишь. Что по Чарлику? Нету его нигде. Везде пробили. У Маланца давно не было, по другим бладхатам тоже. Что капец, пропал малец? Ну, он последнее время с Мариной Росси гулял. А так, говорят, в Крым мотанулась. Может, он с ней? Закадрил щуплый принцессу. Жека, свободен. Есть. Товарищ Трубин. Запрос в Крым пошли? Так я официально не могу. Они не в розыске. Ну ты так, позвони по дружбе, пусть ребята поглядят. Может, зарегистрировались где? Или так хату снимают без регистрации? В общем, что хочешь, плачешь, брешешь. Ну пусть пошукают от души. Вить, а? Ты вообще как? Да? А Лера? Лерочка, здрасте. Пирог с вишнями. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Борщ. Да, на кухне надо в кастрюльку перелить. Угу. Ага, не, ну жить можно. Пашечка, так же ж хоромы-то такие, а? Паш! Ух. А это что? А что это такое? Что вы яйца-то все обделали? Да это чтоб соседи с ума не сошли от барабанов. А? Репетировать будут. Репетировать. С яйцами репетировать. Ну, побелка-то, конечно, нужна тут. Ну ничего, это мама с тетей Зиной за полдня все замахает пылесосом-то. Вы обои клеить будете? А то можно финские взять, моющиеся. Не знаю, не решились. Ничего-то вы не знаете. Ой, ты боже! Пашечка! А это что за зверь такой? Как зовут? Братан. Братан, ах ты брат... Паша, ну какой же братан, если это девочка? Да ладно. Ну серьезно, кошечка. Да да, лиса. Как лиса. Как Кинчев, мам. А это кто? Ну, это... Как тебе? А видок-то у вас... Да ну ладно. Угу. Рассохло стружки. Ну. Как стамеск у вас есть? Что? Васька, гляди, какая зверюга. Лиса называется. Да. Паш, стамеска есть у вас? А? Стамеска, говорю, есть, Б. Не знаю. У шафе треба глянуть. Там один хлам, слышишь? На, бать, тут глянь. Я на балкон, тут тоже вроде что было. Паш, а? Там нет ничего. Я посмотрю. Ты глянь. Да мне хостомески похожи. Надо было с дома взять. Это что? Это что? Что это я спрашиваю? Паша, детка, так сколько же здесь, а? Тут с милицией сказал,
Что ты с аферисткой связался? Это она? Васечка, что ты такое говоришь, а? Вы что, вместе воруете? Или ты так на шухере стоишь? Бать. Что, бать? Ты вор? Или нет? О, Боже! Господи! Васечка! Васечка! Пашка! Вася! Ты домой не приходи, понял? Нашу долю. Зачем взяла? Что, отказывается, что Здравствуйте всем. Здравствуйте. Как ты, бать? Бать, ну прости ее. Ну не вор я, слышишь? Не вор я, честно.
И все, что у этой было, все забрали. И то, что остальные из себя поснимали золото, все забрали тоже. Там снотворное какое-то было подмешано, очень сильное. Если б мама чуть больше этой дряни выпила... Сволочь. А ты к кому приходил? А? К кому приходил? Мать. А что с ним? С крана загремел. Разбился? Ну так. Ногу сломал, ребра. Голова еще. Ужас какой. Это я виноват. В чем? Ну, во всем. Твой? Но. Кайфовый. Подвести? А я тебя увидела. Вы теперь рок-звезды. Ну, типа того. А ты? Что я? Ты как? Хорошо. Маринки, между прочим, танцую. Правда, в кардебалете. Ну, здорово. Держись. Готово? Я знаю, мне Тёма позвонил. Ну что, как он? Живой. Здорово. Здрасте. Паш, я на автобус. Пока. Что пришло? Старую любовь видел, озверел. Седанку обломала, да? На, держи. Я к маме. Паш! Дома увидимся. Ма, давай помогу. Ма! Ма, ну погоди! Не ходи за мною. Паш, ты чего? Завязываешь, ясно? Финиш.